ребята, у нас сегодня с вами достаточно необычный ролик. Мне кажется, я его последний раз снимала много лет назад. Я хотела показать вам, что я ношу в течение недели, какие образы я сейчас использую чаще всего, какие вещи комбинирую. И они подойдут как на офисный выход, да, если вы куда-то идете на работу, в институт, так и на прогулку с друзьями. Здесь все зависит от вашего воображения и, в принципе, комфорта. Я свой гардероб выстраиваю так, чтобы мне было удобно в первую очередь, потому что я замечаю, что мое душевное, эмоциональное и физическое состояние напрямую от этого зависит. Если мне где-то что-то передавливает, все, увы, я уже не смогу быть такая бодрячком. Поэтому все, что вы здесь видите, это удобная обувь, это удобные, комфортные для меня сумки на каждый день, потому что чаще всего я передвигаюсь на машине, они у меня маленькие. И я хотела вам показать здесь комбо и старой одежды, и новой одежды, поэтому будьте внимательны внизу, как всегда, вы найдете все ссылочки. Первый образ, который я хотела бы вам показать, брюки палаццо. Вы можете использовать либо широкие брюки, джинсы, но здесь их бонус в том, что они сделаны из шерсти, поэтому это прямой корреляция с нынешней зимне-осенней погодой, которая вообще ни чуточки не радует, поэтому хочется надевать что-то очень комфортное, мягкое, но при этом теплое. За счет таких широких брючин кожа будет комфортно, она будет дышать. Я дополнила их моей самой любимой кофтой, такой лонгслив от бренда Present Simple. Наверное, ничего более комфортного для высоких девушек вы не найдете, потому что здесь очень длинные рукава, а у меня это ассоциация прямая с каким-то уютом, удобством, да, что можно как-то подпереть личико. Я не знаю, вот такой более расслабленный домашний образ. При этом из-за того, что брюки очень широкие, конечно же, лучше комбинировать с водолазками или какой-то одеждой в облипочку, да, сразу смотрятся фигуры более стройные и уравновешенные, поэтому я выбрала именно такой вариант. Мне нравится этот оттенок, он называется, по-моему, как-то мокко или что-то вот связано с кофе. Уже у меня этот лонгслив где-то полгода, и он в идеальном состоянии, поэтому советую вам от всей души на него обратить внимание. Я вообще предпочитаю все широкие брюки комбинировать только с обувью на... не на плоском ходу, а именно на каком-то более-менее удобном высоком каблуке. У меня это сейчас обувь из Stradivarius. Очень удобные, модные сейчас сапоги со стоечкой, гармошкой сверху. Плюс они достаточно свободные. Вот такая гармошка, она зафиксирована и хорошо держится на ножке, поэтому вы можете носить их и с юбками. Образ с брюками палаццо я дополнила еще очень красивым кашемировым пальто от бренда 12 Stories. У них вообще, я бы обратила внимание на верхнюю одежду. У меня самое любимое пальто от этого бренда, которое я ношу третий сезон, и оно сейчас тоже есть в продаже. И также я ношу второй сезон их зимнюю куртку, потому что оно максимально подо все подходит. Там есть капюшон, там закрытая попа, да, чтобы все было, ну, в общем, удобно. Плюс она немножко оверсайз, соответственно, мне комфортно в ней в любой одежде. И подходит она как под классику, так под утонченные какие-то образы, так и под чисто спорт. Можете у меня в Инстаграм заглядывать и видеть мои образы, а также у меня сейчас есть телеграм-канал, где я делаю модные подборки, разбираю образы модницы и показываю вам, где купить альтернативный вариант. Например, самых крутых и раскрученных сейчас моделей обуви типа Prada, и, соответственно, там я нахожу какие-то более или менее бюджетные подъемные варианты, и там делюсь с вами ссылками, так что, если что, подписывайтесь обязательно, буду рада вас там видеть. Классная сумка, которая подходит буквально к любому образу, который я использую, с серебряной молнией, с серебряной фурнитурой. Называется бренд Asia Malberstein. Это питерский бренд. Я заказывала, кажется, на LaModi или у них на официальном сайте. И мне еще в подарок пришел такой маленький золотой кошелек, который я до сих пор использую. Ношу с удовольствием. Изначально покупала, когда бум был на поясные сумки. Но, как вы видите, я удачно комбинирую эту сумку. Просто ношу ее, да, на плече. И сразу образ тоже такой становится необычный. Второй образ, который я буквально не снимаю с себя, он тоже завязан. Основной изюм – это джинсы, про которые я, наверное, получила порядка 50 вопросов в Инстаграм, как только я первый раз в них вышла. Они реально очень удобные. Это тонкая джинса, то есть не совсем такой плотный материал. И это...
напоминает мне какой-то стиль 70-х или 80-х, поэтому сразу хочется дополнить, например, образ платочком в волосы, да, высоким хвостиком, или наоборот, какой-то расслабленный такой пляжный волной на волосах. И самый классный вариант, как мне показался, это кардиган, тоже от бренда Stradivarius. Это 100% хлопок, почему я сделала выбор именно в пользу него. Он укороченный немножко, хотя, в принципе, я думаю, для девушек пониже ростом он будет даже вполне себе длинным. Мне нравится его заправлять в джинсу или носить на распашку. У меня еще сейчас появился, уже второй раз обновляю, такой топ, просто как вместо бюстгальтера, как нижняя одежда, чтобы носить его под рубашки или под кардиганы. Для того, чтобы немного прикрыть зону декольте, если вы будете нагибаться, то чтобы не было ничего видно. Также обалденный вариант сумки, такая классика, которая подойдет и на осень, и на зиму. В общем, такая межсезонная сумочка, просто без особой видной фурнитуры. Покупала я ее в том году у бренда COS. Кстати, если кто-то не знает, они появились теперь в России, можно заказывать онлайн. Честно говоря, не знаю, уже появился ли у них где-то офлайн магазин, но самое главное, что раньше я использовала, например, посредников или постоянно моталась в Европу. Первым делом, если был шопинг, у меня было запланировано посещение двух магазинов, это And Other Stories и COS, и теперь они оба появились в России, вы можете просто заказывать себе понравившиеся вещи домой. А на мне сейчас тоже очень классный и необычный образ, на мой взгляд. Это юбка тоже COS, но покупала я ее уже года 4 назад, боюсь вам соврать, она сделана из неопрена, но во время носки я поняла, что у меня есть несколько позиций, пальто, например, из неопрена, которое вообще неубиваемое, которое дышит, почему-то нету никакой вот синхронии между тем, что это синтетика, и каким-то неудобством для тела, поэтому, видимо, зависит все равно от качества материала, от там примесей, которые используется и так далее. Вот, поэтому эту юбку люблю нежной любовью, ношу уже достаточно давно. И здесь я хотела вам показать такой образ в стиле, наверное, Неджин Мирсалехи, может быть, вы знаете или нет, но это очень всемирно известный модный блогер, инстаграмер, девушка с очень красивой копной волос, которая сейчас задает, так скажем, тренды. И ее беспроигрышный образ, который она использует из года в год, это комбинация свитшота, расслабленной, мягкой, такой немножко флисовой даже рубашки, которую я только купила себе, обновила свои старые варианты. Это тоже 100% хлопок и бренд Stradivarius. Свитшот у меня от бренда Reserved, покупала в том году, тоже 100% хлопок. И вот такие сапоги, которые стали у нас сегодня акцентом не только этого образа. Очень классный, опять-таки, такой присборенный вариант голенища. Это 100% замша, то есть из натурального материала, конечно, чуточку дороже, чем такой обычный ценник в Stradivarius, но я просто не смогла пройти мимо, потому что они мало того, что удобные, вписываются в мои идеи модных образов и подходят буквально ко всему, поэтому я их ношу и с джинсами, и ими очень круто уравновешивать образы с мини-юбками или с какими-то вариантами одежды, которые требуют какой-то лаконичности. Ни в коем случае не советую вам их носить с какими-то трубами или широкими брючинами, потому что будет слишком утрирована область таза, слишком как бы крупная, поэтому носим либо со slim джинсами, либо какими-то брючками в обтяжку, либо с юбками. Кстати, можно даже пробовать миди-юбки, тоже будет смотреться шикарно, например, с джинсой. Сережки на мне от бренда OESH, это их, по-моему, вообще межсезонная коллекция, которая представлены всегда. С них началась моя любовь к бренду. Это первые сережки, которые я у них заказала, после чего там уже спустя, наверное, 4 или 5 моих заказов они мне написали: «Алина, вы блогер?» А, нет, вру, я была на встрече с Cosmopolitan, с девушкой из Condé Nast, и ко мне подходит как раз основательница бренда и говорит: «Вы в наших сережках, нам так приятно». Потом мы познакомились, вот она узнала, что я блогер, и мы с ними периодически сотрудничаем, но я их люблю не
нежной любовью. И всегда, когда появляются какие-то новые коллекции, что-нибудь заказываю. Кстати, на всех образах вы можете видеть мое колечко. Оно реально подходит ко всему. Я его не снимаю никогда, когда мою посуду или мою волосы. Оно всегда со мной. Сделала я его из золота. И сейчас вы можете его приобрести. Внизу оставлю ссылочку на покупку. В общем, это был мой такой первый запуск пробный. И я, на самом деле, невероятно кайфую, что сделала что-то свое. Практически своими ручками. Отлично, мы переходим с вами к последнему образу, который тоже я постоянно сейчас ношу. Мне очень нравится комбинация нынешних трендсеттеров, рубашек и жилетов. Я использую абсолютно разные жилеты. Сейчас можно найти классные в Резерв, можно найти классные в Страдивариус, конкретно мой вариант оттуда. Мне он очень понравился. Я давно наблюдаю за различными подобными миксами, да, соответственно, одежды, и максимально подходящий подо все вариант жилета именно такой. Плюс он достаточно тоненький, удлиненный, и образ сразу становится более стильным. Рубашка у меня тоже оттуда, это 100% хлопок, и взяла я ее за счет ее очень крутых рукавов и длины. Она мне максимально подходит. Материал такой слегка жеванный, что меня не обязывает ее каждый раз отпаривать и отглаживать до состояния, пока не натрутся руки в кровь. Поэтому я вам очень советую посмотреть на такой вариант рубашки и жилета. Они очень классные. Вот такая сумка у меня от бренда ASOS. И меня недавно в Инстаграме спрашивали, какая твоя любимая сумка последних нескольких сезонов. Это вот эта сумка, которая в... Ну, очень у многих брендов выходила такая под крокодиловую кожу. Я ее ухватила чуточку раньше, чем, мне кажется, начали делать модные бренды вот такие сумки. И я ее купила за 1800 рублей. Этот образ я опять-таки дополнила замшевыми сапогами. Как раз вы можете посмотреть, как они смотрятся вместе с облегающими джинсами. Они на самом деле больше прямые, чем слим. Но когда вы заправляете в расслабленное голенище, это совсем незаметно. Мне очень понравилось качество джинсы в Страдивариус. У меня, кстати, очень много брюк именно оттуда и от бренда Reserved. Так что брюк, я имею в виду джинсов. И здесь уже плотный материал джинсы, соответственно, вы в нем не замерзнете, но они слегка укорочены. Если у вас рост, как у меня, 1,76 м, если я ранее не упоминала, то... Может быть, вам стоит посмотреть на ASOS Tall какие-то более удлиненные варианты, чтобы вы могли зимой их носить и с кедами, например. Я заказывала как раз для комбинации на осень, чтобы носить с высокими сапогами, поэтому мне такой вариант отлично подходит. И в завершение я дополнила все это классной шляпкой и акцентными аксессуарами, которые покупала в шоуруме Not No Addicted, по-моему, он назывался, .ru. И там были представлены шляпки как раз, которые вы видите, это шляпка от бренда Скоро, она у меня тоже 2 года. Так как я пробую такой формат комбинации той одежды, которую я ношу на каждый день вместе со своими старыми какими-то покупками и новыми, буду ждать ваших отзывов и впечатлений об этом ролике, нравятся такие, снимать ли еще. Всем желаю хорошего настроения, обнимаю каждого, пока-пока!